А что у меня нового? Так я нашла страничку своей старшей сестры двоюродной. Очень даже любопытно мне стало, что там за сестра такая. А еще нет, мама получит денежку, и мы съездим в Калининград. Я написала своей тете, что соболезную. Ну а так у меня дела нормально, в принципе, если не считать того, что, оказывается, у меня есть еще и двоюродная сестра есть старшая. И братик есть, оказывается. А вообще, которая бабушка умерла недавно, я ее не помню, потому что она приезжала в мой город, когда я была совсем маленькой. Видимо, совсем маленькая. А что у меня нового? Так я нашла страничку своей старшей сестры двоюродной. Ой, даже и любопытно не стало, что там у меня сестра такая. Даже и любопытно не стало, что там у меня сестра такая. Даже и любопытно не стало, что там у меня сестра такая. А что у меня нового? Так я нашла страничку своей старшей сестры двоюродной. Вот, даже и любопытно не стало, что у меня сестра такая. А вообще, которая бабушка умерла недавно, я ее не помню, потому что она приезжала в мой город, когда я была совсем маленькая. Ну, мне совсем маленькая. Не знаю, сколько мне было уже, но то, что я не помню, я даже фоток нету с бабушкой этой. Потому что как бы она меня не знает, и, ну, моя двоюродная сестра-то по отцовской линии. Может быть, ей вообще про меня ничего не рассказывали. А что у меня нового? Так я нашла страничку своей старшей сестры двоюродной. Вот. Даже и любопытно не стало, что это моя сестра такая. Даже и любопытно не стало, что это моя сестра такая. Даже и любопытно не стало, что это моя сестра такая. А вообще я ее, слушай, дошла, я сначала нашла двоюродную свою сестру, как бы. Ну, она как бы мне двоюродная сестра по отцовской линии. Потом нашла свою тетю, опять-таки, по отцу. И на этой странице у тети в Инстаграм было то, что у нее умерла мама. А что у меня нового? Так, ну, я нашла страницу своей старшей сестры двоюродной. Ой, даже и любопытно не стало, что у меня сестра такая. Даже и любопытно не стало, что у меня сестра такая. Даже и любопытно не стало, что у меня сестра такая.